Thank you.
ты заставляешь меня писать эти письма? Ну, право, мне тяжело. Пишите, маменька, пишите. Да что толку-то, за тебя не отдадут. У Трузиной 1200 приданого. Родство, знакомство. Она княжеская невеста, либо генеральская. И за Курчаева не отдадут. За что я взвожу на него, на бедного, разные клеветы и небывальщины? Кого вам больше жаль, маменька, меня или гусара Курчаева? Ну, на что ему деньги? Он все равно их в карты проиграет. А еще хнычите, я тебя носила под сердцем. Да ведь если бы польза была... Уж это мое дело. Имеешь ли ты хоть какую-нибудь надежду? Имею, маменька, имею. Я умен, зол и завистлив, весь в вас. Ну? Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам баклуши бил. Нет уж, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться, нужно уметь пользоваться их слабостями. Конечно, конечно, здесь карьеры не составишь. Карьеру составляют и дело делают в Петербурге, а здесь только говорят. Мы в Москве любим поговорить. Чем люди выходят, маменька? Не все делами, чаще разговором. И чтобы в этой обширной говорильне я не имел успеха, не может быть. Я сумею подделаться и к тузам, и найду себе покровительство, вот вы увидите. Глупо их раздражать. Им надо льстить. Грубо, беспардонно. Вот и весь секрет успеха. Ну, подите, маменька, пишите, мы еще с вами потолкуем. Помоги тебе Бог. Эпиграммы в сторону. Этот род поэзии, кроме вреда, ничего не приносит автору. Примемся за панегирики. Всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник. А на устах останется только мед. Один в ночной тиши я буду вести летопись людской пошлости. Вот разве со временем, когда укреплюсь на прочном фундаменте, сделаю из нее извлечение? Рекомендуете. Тон мне ваш что-то не нравится, да. Это как вам угодно. О, вы, верно, господа, порядочно позавтракали. Малым делом. То-то оно и видно. Ну, с времени свободного у меня немного. В чем дело? Нет ли у вас стихов? Да. Каких стихов? Вы, верно, не туда зашли? Нет, туда. Нам эпиграмм нужно, а я знаю, что у вас есть. Никаких нет. Да ну полно, ну все же знают, у вас на весь город написаны. А вот он хочет быть сотрудником в юмористических журналах. Ах, вот как. Да. Вы что же... Чем? Писали прежде? Писал. Не морайте, пожалуйста, бумагу. Ой, пардон. Что? Все. Романы, повести, драмы, комедии. А, и что же? Ну и не печатают нигде и ни за что. Сколько не просил, и даром не хотят. Вот хочу за скандальчики приняться. Опять не напечатаю? Ну, попытаюсь. Так ведь опасно. Опасно? А что, прибьют? Пожалуй. Да говорят, что в других местах бьют, а у нас что-то не слыхать.
Ну, так пишите. Ну, с кого мне писать? Я никого не знаю. А у вас, говорят, какой-то дневник есть, в котором вы всех по косточке разобрали. А? Вот, и давайте, давайте его сюда. Ну да, как же не дать? А уж мы бы их распечатали. Да и дневника никакого у меня нет. Да-да, разговаривайте. Видели его у вас? Видели? Да не морайте же, пожалуйста, бумагу. Ну вот еще что за важно. Каких-то петухов тут рисуете? Вы ошибаетесь. Это не петух, а мой уважаемый дядюшка Нил Федосеевич Мамаев. Похож. И хохол похож. А интересная он личность, ну для меня, например. Очень интересно. Во-первых, считает себя умнее всех и всех учит. Его хлебом не корми, только приди совета попросить. Ну вот, и подпишите под петухом. Да. Новейший самоучитель. Вот. Да и пошлем напечатать. Нет, нет, нельзя. Дядя как-никак. Ну, а еще какие за ним художества водятся? Много, да. Третий год квартиру ищет, да. Ему не нужна квартира. Он ездит просто так разговаривать. Все как будто дело делает. Да, вот еще что я забыл сказать-то вам. Тетка в вас влюблена, как кошка. Это каким же образом? В театре видела. Все глаза проглядела, шею было свернула. Все у меня спрашивала, кто такой? Да кто такой? Вы этим не шутите. Да я-то не шучу, это вы всем шутите. Ну, как хотите. Эх, я бы на вашем месте... Так вы стихов дадите? Нет. Ну, а ну что с ним разговаривать? Поедем обедать. Поедем? Да. Прощайте. Прощайте. И едем, Галузин. Так что ты хотел сегодня обедать? Маменька. Иду, иду. Поглядите-ка. Вот с кем мне нужно сойтись прежде всего. Кто это? Наш дальний родственник, мой дядюшка Нил Федосеевич Мамаев. А кто рисовал? Все тот же гусар, племянничек его, Гурчаев. Эту картинку нужно убрать на всякий случай. Вся беда в том, что Мамаев не любит родственников. У него ведь человек 30 племянников. Из них он выбирает одного и в пользу его завещания пишет. А другие уж и не показывайся. А вот надоест любимец, он его прогонит, выберет другого, и сейчас же завещание это перепишет. Так вот, у него сейчас в милости этот Курчаев. Вот как бы тебе. Трудно, но попробую. Он даже не подозревает о моем существовании. Хорошо бы сойтись. Во-первых, наследство, потом отличный дом. Большое знакомство, связи. Да, вот еще обстоятельства, маменька. Я понравился тетке Клеопатре Львовне. Она меня где-то видела. Вы это запомните на всякий случай. Сблизиться с Мамаевым для меня первое дело. Это первый шаг на моем поприще. Дядя познакомит меня с Крутицким, с Городулиным. Во-первых, это люди с влиянием, а во-вторых, близкие знакомые Турусиной. Уж мне бы только войти к ней в дом, а уж женюсь-то я непременно. Ох так, сынок, но ведь первый-то шаг самый трудный. Успокойтесь, маменька, он уже сделан. Мамаев будет здесь. Как же это случилось? А тут ничего не случилось, все было рассчитано вперед. Мамаев любит смотреть квартиры, вот на эту удочку-то мы его и поймали. Ступайте. Ступайте, маменька, к себе, когда нужно будет, я вас кликну. Ступайте, ступайте, маменька, к себе. Вот и прекрасно. Получай. Веди его сюда.
Вот, да пожалуй, они рассердятся. Я ведь сказал, что квартира-то хорошая. Я беру ответственность на себя. Веди его сюда. Меня завел. Не угодно ли ей присесть? Благодарю. Куда ты меня завел? На тебя спрашиваю. Виноват. Разве ты, брат, не знаешь, какая мне нужна квартира? Ты должен сообразить, что я ставский советник, что жена моя, твоя барыня, любит жить открыто. Нужна гостиная. Да не одна. Где гостиная? Я тебя спрашиваю. Виноват. Где гостиную? Вы меня извините. А ничего, вы мне не мешаете. Ты видишь, вон сидит человек, пишет. Может быть, мы ему мешаем. Он, конечно, не скажет по деликатности. А все ты, дурак, виноват. Да не броните его, не он виноват, а я. Когда он тут на лестнице спрашивал квартиру, я ему указал на эту и сказал, что очень хороша. Я же не знал, что вы семейный человек. Вы хозяин этой квартиры? Я. Зачем же вы ее сдаете? Непосредством. А зачем нанимали, коли непосредством? Кто вас неволил? За ворот вас, что ли, тянули? В шею толкали? Нанимай, нанимай. А теперь вообще и в должишках запутались. На цугундер тянут. Да уж, конечно, конечно. Из большой-то квартиры да придется в одной комнатке жить. Приятно это будет. Нет, я хочу еще больше нанять. Ну вот, как больше? На этой жить средств нет, а нанимаете больше? Какой же у вас резон? Никакого резона. По глупости. По глупости? Это странно. А чего же тут странного? Я глуп? Глуп? Это странно. Как же так? Глуп? Ну как, очень просто, ума недостаточно. Разве этого не бывает? Очень часто. Однако это интересно. Сам про себя человек говорит, что он глуп. А что же мне дожидаться, когда другие скажут? Разве не все равно? Ведь уж не скроешь. Да уж, конечно. Этот недостаток скрыть довольно трудно. А я и не скрываю. Жалею. Покорно благодарю. Учить вас должно быть некому. Да, некому. Некому. А ведь есть учителя. И не-не-не-не.
Умные есть учителя, да плохо их слушают. Нынче время такое. Вот я вам расскажу случай. Отчего нынче прислуга нехорошая? От того, что свободно от обязанностей выслушивать поучения. Прежде я у своих подданных во всякую малость входил. Всех поучал, от мала до велика. Часа по два каждому наставление читал. Бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, а он стоит перед тобой и постепенно до чувства доходит. Вот, одними вздохами он, бывало, у меня истомится. И ему на пользу, и мне благородное занятие. А нынче, после всего этого... Да вы понимаете, после чего? Да, после всего этого, я думаю, вам неприятно. Не говорите, пожалуйста, мне об этом, прошу вас. Как меня тогда кольнуло насквозь. Вот в это самое место. Так до сих пор, словно как какой-то... Вот в это место. А? В это место. Повыше. Вот здесь? Повыше, я вам говорю. Да вы извините, пожалуйста, вы не сердитесь. Уж я вам сказал, что я глуп. А, да, так вы глупы. Это нехорошо. То есть тут нет ничего дурного, если у вас есть пожилые опытные родственники или знакомые. То-то и беда, что никого нет. Есть мать, да она еще глупее меня. Да, ваше положение действительно дурно. Мне вас жаль, молодой человек. Есть, говорят, еще дядя, да это все равно, что его нет. Отчего ж? Да он меня не знает совсем, а я с ним и видеться-то не желаю. Вот за это я и не похвалю, молодой человек. И не похвалю. Да помилуйте, будь он бедный человек, я бы, кажется, ему руки целовал. А что? А он человек богатый. Придешь к нему за советом, а он подумает, что за деньгами. Ведь как ему растолкуешь, что мне от него ни гроша не надобно? Что я только совета жажду, алчу наставления, как манны небесной. Он, говорят, человек замечательного ума, так я бы, кажется, готов его целые дни и ночи слушать. А вы не так глупы, как говорите. Да временем это на меня просветление находит. Вот так вдруг прояснится, а потом опять. Я даже большей частью не понимаю, что делаю. Вот тут-то мне совет и нужен. А кто ваш дядя? Ой, вот чуть ли фамилию-то не забыл. Мамаев, кажется, Нил Федосеевич. Да вы-то кто? Я Глумов. Дмитрия Глумова сын? Так точно. Ну так этот Мамаев-то, это я. Боже мой, да как же это? Что? Да нет. Ой, боже мой, да нет, да как же это? Я? Впрочем, позвольте руку. Дядюшка, я знаю, что вы не любите родственников, так вы не беспокойтесь, мы можем быть с вами так же далеки, как и прежде. Я не посмею к вам явиться без вашего на то приказания. Да. С меня довольны и того, что я вас видел и насладился беседой умного человека. Нет, ты заходи, когда тебе нужно о чем-нибудь посоветоваться. Когда нужно, а мне постоянно нужно, каждую минуту.
Ну, я чувствую, что я погибну. Без руководителя. Ну ладно, хватит. Ну, приходи сегодня вечером. Покорнейше вас благодарю, дядюшка. Позвольте вам представить мою старуху. Ой. Она не дальняя, но добрая, очень добрая женщина. Да? Да. Ну что ж, пожалуй. Маменька! Маменька! Вот! Ой, батюшка! Только не плакать. Счастливый случай привел к нам дядюшку Нила Федосеевича, которого вы так врывались видеть. Да, батюшка, братец, давно желала. А вы вот родных и знать-то не хотите. Ну, довольно, маменька, довольно. Дядюшка имеет на то свои причины. Родня, родне, рознь. Позвольте, батюшка, братец, поглядеть на вас. Жорж, а ведь не похож. Полноте, маменька, перестаньте. Ты что, перестаньте-то, не похож, совсем не похож. Что вы там шепчетесь? На кого я там не похож? Я сам на себя похож. Вот очень нужно толковать пустяки. Нет уж, коли начали, так говорите. Я говорю, что портрет на вас не похож. Какой портрет? Откуда у вас портрет? Вот видите, у нас бывает иногда Егор Васильевич Курчаев. Он, кажется, вам родственник тоже доводится. Такой отличный, веселый малый. Да. Ну, так что ж? Он все вас рисует. Покажи, Жорж. Да я, право, не знаю, куда я его делал. Ну, поищи хорошенько. Он еще давеча рисовал, помнишь? С ним был, как это их называют. Вот что критики стихами пишут. Курчаев говорит, я тебе буду дядю рисовать, а ты мне, говорит, подписи подписывай. Я ведь слышала, что они говорили. Покажи мне портрет. Покажи сейчас! Никогда, маменька, не нужно говорить таких вещей, которые другому могут вред сделать. Да, вот. Учи мать-то лицемерию. Не слушай его, сестра. Живи по простоте. По простоте-то лучше. Батюшка, вот, пожалуйста. Покорнейше прошу. Пожалуйте, батюшка. А. Ай да молодец. Племянничек. Да бросьте, дядюшка, не похоже совсем, и подпись к вам не подходит. Новейший самоучитель. Похоже-то оно похоже. И подпись подходит. Ну да, это уж до тебя не касается. Это уж мое дело. Ты на меня карикатуру рисовать не будешь? Помилуйте, дядюшка, за кого вы меня принимаете? Ну что за занятие? Ну так ты вот что. Ты непременно приходи уже вечером. Покорнейше благодарю. И вы, пожалуйста. Я, пожалуй, надоем своими глупостями. И вы, пожалуй. Ой, батюшка, господи. Кажется, дело-то улаживается. А еще много труда Жоржу будет. Ах, как это трудно и хлопотно в люди-то выходить.
Маменька! Маменька, Манефа идет. Будьте к ним внимательнее. Не только внимательнее, а подобострастнее, как только можете. Ну уж унижаться-то перед бабой. Вы барствовать-то любите, а где средства? Дабы не моя оборотливость, так вы бы чуть ли не по миру ходили. Так помогайте же мне, помогайте же мне, я вам говорю. Да нет, матушка, да. Убегай от суеты, убегай! Убегай, убегай! Не будь коростолюбив! Не знаю у греха сего! Матушка, пожалуйте, пожалуйте. Господи, Господи, прости меня, Господи. Летала-летала, к вам попала. Ох, чувствуем, чувствуем. Была в некоем благочестивом доме. Дали 10 рублей на милостыню, а? Моими руками творят милостыню. Святыми-то руками доходчивей, ничем грешными. Примите 15 рублей от раба Егория. Благодающим. Не забывайте в молитвах. Благодающим, 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 благодающим. Вон им в благочестивом доме пила чай. Пожалуйте, матушка, у меня сейчас все готово. И кофе. И кофе, да. Как пошла шубала, пришла шубала. Да, пожалуйте, проходите в мои апартаменты. Проходите, матушка. Проходите, пожалуйста. Маменька. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот у меня какое лакомство. Записать? Так, человек Кумамаева 3 рубли, Манефе 15 рублей. Да уж, кстати, и весь разговор с дядей. Послушайте-ка, был дядя здесь? Был. Ничего он не говорил про меня. Ну вот с какой стати? Он даже едва ли знает, где был. Он заезжал по своему обыкновению квартиру смотреть. Это интрига. Это адская интрига. Я слушаю, продолжайте. Представьте себе, дядя встретил меня на дороге и... И что? И не велел мне показываться ему на глаза. Представьте. Представляю. Приезжаю к Турусиной, не принимают. Высылают какую-то шлюху-приживалку, сказать, что принять не могут. Слышите? Слышу. Но объясните мне, что все это значит? А по какому праву вы требуете от меня объяснения? Да ну, хотя бы по такому, что вы человек умный и больше меня понимаете. Ну что ж, извольте. Оглянитесь на себя, какую жизнь вы ведете. Какую? Да все ведут такую, ничего, а я виноват. Нельзя же за это лишать человека состояния. Отнимать невесту, отказывать в уважении. А знакомства ваши? Например, Галутвин. И что ж Галутвин? Язва. Такие люди на все способны. Вот вам и объяснение. Зачем вы его давеча привели ко мне? Я на знакомство очень осторожен. Я себя берегу. И поэтому я прошу вас не посещать меня. Да вы что, с ума сошли? Дядюшка вас удалил от себя, а я желаю этому во всех отношениях достойному человеку подражать во всем. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Ну и слава богу. Послушайте-ка вы, миленький, уж это не вы ли? Да если мои подозрения оправдаются, вы того, вы берегитесь. Такие вещи даром не проходят. Вы у меня того, вы берегитесь. Буду беречься, когда будет нужно. А теперь пока серьезной опасности не вижу. Прощайте. Прощайте. Вы у меня того, вы берегитесь. Дядюшка его прогнал. Первый шаг... сделан.
Да. Куда-то мы идем, куда-то ведут нас. Но ни мы не знаем куда, ни те, которые ведут нас. И чем это все кончится? А я, знаете ли, на все на это смотрю, как на легкомысленную пробу. И особенно дурного ничего не вижу. Наш век, век по преимуществу легкомысленный. Все молодо, неопытно. Да и то попробую, другое попробую, это переделаю, другое переменю. Переменять легко. Вот возьму да и поставлю всю мебель вверх ногами. Вот и перемена. А где же, я вас спрашиваю, вековая мудрость, вековая опытность, которая поставила мебель именно на ноги? Вот, скажем, стоит стол на четырех ножках. Хорошо стоит, крепко. Крепко. Солидно. Солидно. Нет, дай попробую поставить его вверх ногами. Ну и поставили. Поставили. Вот и увидят. Увидят ли? Увидят ли? Что такое вы мне говорите, новости какие? Увидят ли? Увидят ли? Они увидят, так укажут. Есть же люди. Есть. Есть, как не быть. Я вам скажу, и очень есть. Да не слушают. Не слушают. Вот в чем вся беда. Нас, умных людей, не слушают. А мы сами виноваты. Не умеем говорить. Не умеем заявлять своих мнений. Кто пишет, кто кричит? Мальчишки. А мы молчим. Да жалуемся, что нас не слушают. Писать надо, писать, больше писать. Легко сказать, писать. Для этого нужен навык. Нужна какая-то сноровка. Конечно, все это вздор. А все-таки нужно. Вот я. Говорить я хоть до завтра, а примись писать, и Бог знает, что выходит. А не дурак, кажется. Да вот и вы. Ну, как вам писать? Нет, про меня вы не говорите. Я пишу, я пишу, я много пишу. Да? Да. Вы пишете? Не знаю. Ну, не от всякого же этого можно и требовать. Прошло время, любезнейший Нил Федосеевич, прошло время. Коли хочешь приносить пользу, умей владеть пером. Не всякому дано. Да, кстати, нет ли у вас на примете молодого человека? Поскромнее. Ну и образованного, конечно, чтобы мог свободно излагать на бумаге разные там мысли, прожекты и прочее. Есть. Есть именно такой. А он не болтун? Не из нынешних зубоскалов? Не-не-не. Только прикажите. Будет нем, как рыба. Видите ли, у меня написан очень серьезный прожект. Или записка, как хотите назовите. Но ведь вы сами знаете, я человек старого образования. Излагаю я стилем старым. Крепче было, крепче было.
Я с вами согласен. Я с вами согласен. Излагаю я стилем старым, как вам сказать, близким к стилю великого Ломоносова. Старый стиль сильнее был. Куда? Далеко нынче. Я согласен. Но ведь сами посудите, если нынче начать излагать стилем Ломоносова или Сумарокова, то ведь, пожалуй, засмеют. Так вот, может ли он дать моему труду, как это говорится, да, литературную отделку? Может. Ну, я ему, конечно, заплачу там, что следует. Обидите, за счастье почтет. Ну, вот еще, с какой стати я буду одолжаться? А он кто? Племянник, да. Так вы ему скажите, чтобы он зашел ко мне как-нибудь пораньше. Хорошо. Часу в восьмом. Хорошо, будьте покойны. Да чтобы ни-ни. Я не люблю, чтобы до поры до времени был разговор. Это ослабляет впечатление. Да знаю. Внушу. Я сам с ним завтра заеду к вам. Милости просим. Молод, хорош собой, образован, мил. Да, и при всем при этом мог погибнуть в безвестности, Клеопатра Львовна. А кто ж ему велел быть в безвестности? Довольнее того, что он молод, да хорош собой. Да ведь, коли нету родства-то хорошего или знакомства, где людей-то увидишь? Где протекцию-то найдешь? Не надо было убегать общества, мы бы его заметили. Непременно заметили. Ах, чтобы заметным-то быть, нужно ум большой. А людям обыкновенным трудно. Ох, как трудно. Вы к сыну несправедливы. У него ума очень довольна. Да и нет особенной надобности-то в большом уме. Довольный того, что он хорош собой. К чему тут ум? Ему не профессором быть. Поверьте, что красивому молодому человеку просто из сострадания всегда и в люди помогут выйти и дадут средства жить хорошо. Если вы видите, что умный человек бедно одет, живет в дурной квартире, едет на плохом извозчике, это вас не поражает, не колет вам глаз, так и надо, это идет к умному человеку, здесь нет видимого противоречия. Но если вы видите молодого красавца бедно одетого, это больно, этого не должно быть. Да и не будет. Никогда не будет. Ах, какое у вас сердце-то ангельское. Да нельзя, мы этого не допустим. Мы, женщины, мы поднимем на ноги мужей, знакомых, все власти мы его устроим. Надо бы, чтобы ничто не мешало нам любоваться на него. Бедность. Фи. Мы ничего не пожалеем, чтобы... Нельзя. Нельзя. Красивые-то молодые люди так редки. Ах, как бы все-то так думали. Так все. Все мы вообще должны сочувствовать бедным людям. Это наш долг, обязанность. Тут и разговаривать нечего. Все правда, Клеопатра Львовна. А уж никто так не умеет быть благодарным, как мой Жорж. Очень приятно слышать. Да он не то, чтобы благодарным быть. Он может обожать своих благодетелей. Обожать? Ну уж это слишком. Нет, не слишком. Такой характер. Душа такая. Разумеется, матери много хвалить сына не годится. Да он, знаете ли, и не любит, чтобы я про него рассказывала. Сделайте одолжение. Я ему ничего не передам. Ох, он даже ослеплен своими благодетелями. Уж для него лучших и на свете нет.
По-моему, говорит Нил Федосеевичу, равных нету в Москве. А уж что про вашу красоту говорит, так печатать, право печатать надо. Скажите, пожалуйста. Ах, какие сравнения находит. Неужели? Да он вас где-нибудь прежде видал. Не знаю, я его видела в театре. Нет, должно быть, видал. Почему? Ну как же, он так недавно вас знает, и вдруг, знаете ли, такое. Ну-ну, что же? Такое родственное расположение почувствовал. А, милый мальчик. Даже непонятно, дядюшка говорит, такой умный, такой умный. А тетушка говорит, ангел, ангел. Да, да пожалуйста, пожалуйста, говорите, я правда очень любопытна. Ангел говорит, ангел, да ко мне на грудь, да в слезы. Да? Как же это странно. Уж очень он рад, что его сироту обласкали. От благодарности плачет. Сердце, мальчик, сердце. Да уж что говорить, натура кипяток. Ну, это в его возрасте понятно. И извините. Уж вы извините, молод, молод еще. Да в чем же мне-то его извинять? В чем он передо мной-то виноват? Ну, как же, может быть, первый раз в жизни видит такую красавицу-женщину. Где ж ему было? Она к нему ласково, снисходительно, конечно, по-родственному. Голова-то горячая, по неволе с ума сойдешь. Он очень мил, очень мил. И, конечно, его расположение родственное. А ведь как хотите, близость-то такой очаровательной женщины, да в молодые-то его года, ведь ночи не спит. Ведь придет от вас мельчица, мельчица. Он к вам доверчив, он от вас своих чувств не скрывает. Да ведь грех бы ему было. Да ведь и чувства-то его детские. Конечно, детские. Ему еще во всем нужны руководители. И под руководством-то умной женщины он со временем, да. Да, он может... Руководите его. Ему это для жизни очень будет нужно. Вы такая добрая. Да-да-да, добрая. Это, знаете ли, опасно, можно и самой увлечься. Да нет, право, вы такая добрая. Вы, я вижу, очень сына любите. Так ведь один. Ну, как не любить? Ну, так давайте его любить. Вместе. Вы меня заставите завидовать сыну. Да, именно. Он себе счастье нашел в вашем семействе. Но, однако, мне и домой пора. Уж вы извините меня за мою болтовню. Прощайте, Клеопатра Львовна. Душа прощайте, моя. Душа моя, Глафира Климовна. На днях я к вам. Мы с вами еще потолкуем, а Жоржа. Прощайте. 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 Какая болтушка! Услыхал бы ее сын, не сказал бы ей спасибо. Он так горд, подходит ко мне с такой холодной почтительностью. А дома-то вон что делает. Ах, значит, я могу еще внушить молодому человеку истинную страсть. Да так и должно быть. В последнее время, конечно, был очень чувствителен, недостаток в обожателях. Так ведь это от того, что окружающие меня люди отжили и износились. Наконец-то! Ах, мой милый! Теперь я буду смотреть за тобой, как он не робок, но истинно эта страсть должна же прорываться. Это очень интересно наблюдать, когда вперед знаешь, что человек влюблен в тебя. Подите, подите сюда. Ну? Ну что же вы стоите? Ну, разве племянники ведут себя так? Здравствуйте, Клеопатра Львовна. С добрым утром. Браво, как это вы осмелились, наконец, я удивляюсь. Я очень робок. Ну, будьте развязнее.
Чего вы боитесь? Я такой же человек, как и все. Будьте доверчивы, откровеннее со мной, поверяйте мне свои сердечные тайны. Не забывайте, что я ваша тетка. Я был бы откровеннее с вами, Клеопатра Львовна, если бы... Если бы что? Если бы вы были старуха. Что за вздор такой? Я совсем и не хочу быть старухой. Да нет, и я того же не желаю. Дай вам Бог цвести как можно долее. Я только говорю, что мне тогда было бы не так робко. Мне было бы свободнее. Отчего же? Садитесь сейчас ко мне. Ну, ближе. Рассказывайте мне все откровенно. Почему вам было бы свободнее, если я была бы старуха? Ну, у молодой женщины свои дела, свои интересы. Когда же ей заботиться о бедных родственниках? А у старухи только и дело. Ну, хорошо, но если бы я была старуха, о чем бы вы меня попросили? Если бы вы были, а вы ведь не старуха, а напротив, очень молодая женщина. Вы меня ловите. Все равно, но говорите. Нет, не все равно, Клеопатра Львовна. Вот я знаю, например, что стоит вам сказать только одно слово Ивану Ивановичу, как у меня сейчас же будет хорошее место. Да, я думаю, будет достаточно одного моего слова. Но я все-таки не буду надоедать вам этой просьбой. Ну почему же? Потому что это было бы насилием. Он так вами очарован. Он не смеет отказать вам ни в чем. И потом ему ваша просьба была бы очень приятна. Заставить вас просить, это же это все равно, что дать ему взятку. Все это вздор. Фантазии. Так вы не желаете, чтобы я за вас просила? Решительно не желаю, Клеопатра Львовна. Кроме того, мне не хочется быть у вас в долгу. Ну, чем я могу заплатить вам? Ну, а старухи чем вы заплатите? Старухи? Да. Постоянным угождением. Я бы носил ей собачку, подвигал под ноги скамейку, целовал бы постоянно руки, поздравлял со всеми праздниками и с чем только можно поздравить. Но все это только для старухи имеется. Да, конечно. И потом, если старуха действительно добрая, я бы мог... привязаться к ней и полюбить ее. Ну, а молодую? Разве нельзя полюбить? Можно, но не должно сметь. Наконец-то! И к чему же бы это повело? Только лишние страдания. Иван Иванович Городулинс. Я пойду к дядюшке в кабинет. У меня есть работа с... Ну, проси. Имею честь представиться. Хорош, хорош. Садитесь. Благодарю вас. Каким-то ветром, какой бурей занесло вас ко мне. Ветром, который у меня в голове, и бурей страсти, которая бушует в моем сердце. Благодарю, очень мило с вашей стороны, что вы не забыли меня, брошенную, покинутую. Где он? Где тот несчастный, который вас покинул? Укажите мне его. Я нынче в особенно воинственном расположении духа. Вы первый, вас-то и надо бы убить. Или что-нибудь другое. Да уж лучше бы что-нибудь другое. А я уж и придумала вам наказание. Позвольте узнать, объявите решение, без того не казнят. Если вы решили задушить меня в своих объятиях, я апеллировать не буду. Нет. Я хочу явиться к вам просителем. То есть... поменяться со мной ролями? Ну, какой вы проситель, вы сами там где-то чуть ли не судья. Ну, так-так, но перед дамами я всегда... Ну, будет. Болтать-то. У меня серьезное дело. Слушаю.
Моему племяннику нужно... Что же нужно вашему племяннику? Курточку, панталончики, а? Мой племянник совсем не ребенок. Он очень милый молодой человек. Хорош собой, умен, образован. Позвольте, позвольте, позвольте. Это же тем лучше для него, но хуже для меня. Ему нужно место. Да? А какое прикажете? Ну, разумеется, хорошее. У него отличные способности. Отличные способности? Жаль. С отличными способностями теперь некуда деться. Он остается лишний, такие все места уже заняты. Одно Бисмарком, другое Бестом. Послушайте, вы меня выведете из терпения. Мы с вами поссоримся. Ну, говорите. Но есть ли у вас в виду место? Ну, для обыкновенного смертного найдется. И прекрасно. Нам люди нужны. Да. Но, может быть, вы мне позволите хотя одним глазком взглянуть на этот феномен? Тогда я вам скажу определительно, на что он годен, а на какое место можно будет его рекомендовать. Егор Дмитриевич! Жорж! Пойдите сюда. Я вас оставлю на несколько времени. Вы после зайдите ко мне. Я вас подожду в гостиной. Представляю вам моего племянника. Егор Дмитриевич Глумов. Иван Иванович хочет с вами познакомиться. Вы служите? Служил. Теперь не служу, да и не имею никакой охоты. А чего? Уменья не дал Бог. Надо иметь очень много различных качеств, а у меня их нет. А мне, думается, нужен только ум да охота работать. Ну, положим, у меня за этим дело не станет. А что толк-то с этими качествами? Сколько ни трудись, век будешь канцелярским чиновником. Чтобы выслужиться человеку без протекции, нужно совсем другое. Да? Да. А что же именно? Не рассуждать, когда не приказывают. Смеяться, когда начальство вздумает сострить. Думать и работать за начальников, и в то же время уверять их со всевозможным смирением, что я, мол, глуп. Что все это вам самим угодно было приказать. Кроме того, нужно иметь еще некоторые лакейские качества. Ну, конечно, в соединении с известной долей грациозности. Ну, например, вскочить и вытянуться так, чтобы это было и подобострастно, и неподобострастно. И холопски, и вместе с тем благородно. И прямолинейно, и грациозно. А вот когда начальник вздумает послать за чем-нибудь, вот тут нужно уметь производить легкое порхание. Среднее между галопом, марш-марш и обыкновенным шагом. Но я еще и половины не сказал того, что нужно знать, чтобы дослужиться до чего-нибудь. Прекрасно. То есть это, конечно, очень скверно, но говорите вы прекрасно. Вот важная вещь. Впрочем, все это было прежде, теперь совсем другое. Да. А что-то не видать этого другого-то. Притом все бумага и форма. Целые крепости, целые стены из бумаг и форм. Из этих крепостей только вылетают в виде бомб. Сухие циркуляры и предписания. Как это хорошо! Превосходно, превосходно! Вот талант! Я очень рад, что вы сочувствуете моим идеям, но
Как мало у нас таких людей. Да нам идеи что? Кто же их не имеет таких идей? Слова, фразы очень хороши. Знаете ли, вы можете сделать для меня великое одолжение. Ну, все, что вам угодно. Запишите-ка все это на бумажку. Извольте, с удовольствием. А на что вам? Ну, вам-то и откроюсь. Мы с вами оба люди порядочно, должны говорить откровенно. Вот в чем дело. Мне завтра нужно спич говорить за обедом, а думать решительно некогда. Ну, извольте, извольте. Сделайте-ка для меня это по-дружески. Ну, стоит ли говорить, помилуйте? Нет. Нет. Вы мне дайте такую службу, где бы я мог лицом к лицу стать с моим меньшим братом. Дайте мне возможность самому видеть его насущные нужды и удовлетворять им скоро и сочувственно. Ну, отлично! Отлично! Вот уже это запишите. Как я вас понимаю, так вам по вашему честному образу мыслить нужно место смотрителя или эконома в казенном или благотворительном заведении. Все, что вам угодно, Иван Иванович. Я работать не прочь и буду работать прилежно, сколько сил хватит, но с одним условием. Так. Чтобы моя работа приносила действительную пользу. Так. Чтобы она увеличивала количество добра, нужного для благосостояния масс. А переливать из пустого в порожнее, считать это службой и получать его... Отличие я не согласен. Вы знаете, вот уже это бы, кстати, увеличивать количество добра. Прелесть. Ну, хотите, я вам весь спич напишу? Да неужели? Прошу вас. Ну, вот видите, а? Долго ли порядочным людям сойтись? Перекинули несколько фраз и друзья. Но как вы говорите, как вы говорите? Нам такие люди нужны. Нужны, батюшка, нужны. Заезжайте-ка ко мне завтра часу в 12. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. А-а-а, ты здесь. Поди сюда. Крутицкий давеча заезжал ко мне посоветоваться об одном деле. Добрый старик. Он там написал что-то. Так нужно ему обделать. Выгладить слог. Ага. Я указал на тебя. Покорнейше благодарю, дядя. Он у нас не считается умным человеком. Да и написал, вероятно, какую-нибудь глупость. Но ты, когда увидишься с ним, польсти ему несколько. Вот, дядюшка, чему вы меня учите? Льстить нехорошо, а польстить немного позволительно. Ну, похвали там что-нибудь из пятого в десятое. А-а-а. Приятно будет старику. Он может вперед пригодиться. А-а-а. Ругать его будем мы, от этого он не уйдет. А ты все-таки должен хвалить, ты еще молод. Мы с тобою завтра к нему поедем. Покорнейше вас благодарю, дядюшка. Да, вот еще одно тонкое обстоятельство. Какие-то отношения поставил себя к тетке. Я человек благовоспитанный, дядюшка. Учтивости учить меня не надо. Ну вот и глупо. Ну вот и глупо. Она еще довольно молода, собой красива. Нужна ей твоя учтивость? Врага ты, что ли, нажить себе хочешь? Я, дядюшка, не понимаю. Не понимаю, так слушаю.
Ты слушай, учись. Слава богу, тебе есть у кого поучиться. Женщины не прощают тому, кто не замечает их красоты. Да-да-да, скажите из ума вон. То-то же, братец, хоть ты... Хоть ты и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, имеешь больше свободы, чем просто знакомый. Можешь иногда, как будто по забывчивости, лишний раз ручку поцеловать. Ну, глазами там что-нибудь, я думаю, умеешь? Глазами не умею. Экай ты, братец, ну вот так вот. Ну, помните, дедушка, ну что, ну как можно? Да, ну как можно? Ну да ты перед зеркалом хорошенько поучись. Ну вздохни иногда с томным видом так. Все это немножко щекочет их самолюбие. Да. Покорнейше вас благодарю, дядюшка. Да и для меня-то покойнее. Пойми. Пойми. Ну вот опять не понимаю. Эх, ты, братец. Она женщина темперамента сангвинического. Голова у нее горячая. Очень легко может увлечься каким-нибудь франтом. Черт его знает, какой механик попадется. Может, совсем каторжный. В этих прихвостнях Бога нет. Вон она куда пошло. А тут, понимаешь ты, не угодно ли вам, мол, свой испытанный человек, и волки сыты, и овцы целы. Понял? Ума у вас, дядюшка. Надеюсь. А вот еще обстоятельства, чтобы со стороны не подумали чего дурного, ведь люди злы. Так вы меня познакомьте с Турусиной. А я там открыто буду ухаживать за племянницей. И даже для вас, если вам угодно, и посватаюсь. Да. Вот уж тогда действительно будут и волки сыты, и овцы целы. Так, дело. Ну, Клеопатре Львовне мы, разумеется, не скажем про Турусину ни слова. Но не то чтобы ревность, дядюшка. Да. А, знаете, есть такое женское чувство. Кому ты говоришь? Знаю. Не, заикаться не нужно. Ну так когда же мы к Турусиной? Да завтра, вечером. Ну, теперь ты знаешь, что тебе нужно делать, а? Что делать? Да. Удивляться уму вашему. Через 2 недели будет определено. Через 2 недели я вас поцелую. Иван Иванович, а я к вам заезжал сегодня, хотел вам дать совет по клубному делу. Извините, Нил Федосеевич, некогда, до свидания. Так поедемте вместе, я вам дорогой. Мне в Сенат нужно. Целуйте ручку, ваше дело улажено. Я вас не просил. Нужды нет, я сама догадалась. Куда же вы? Домой. Я слишком счастлив, я побегу поделиться моей радостью с матерью. Вы счастливы? Не верю. Счастлив, насколько можно. Значит, еще не совсем. Значит, вы еще не всего достигли. Ну,
А чего же мне еще, Клеопатра Львовна? Я получу место. Не верю, не верю. Вы хотите в таких молодых годах показать себя материалистом? Хотите уверить меня, что думаете только о службе, о деньгах? Клеопатра Львовна... Хотите уверить меня, что у вас никогда не бьется сердце? Что вы не мечтаете, что вы не плачете, что вы не любите никого? Клеопатра Львовна, я не говорю этого. Ну, а если любите, то можете ли не желать, чтобы и вас любили? Я не говорю этого. Но вы же говорите, что вы всего достигли. Я достиг всего возможного, на что я только мог позволить себе надеяться. Значит, вы не можете позволить себе надеяться на взаимность. Но в таком случае зачем же вы даром тратите ваши чувства? Ведь это же перла души. Ведь это же пытка, Клеопатра Львовна. Говорите, кто это жестокая? Я знаю, я вижу по вашим глазам, что вы любите. Бедный, бедный, вы очень-очень страдаете. Вы не имеете права прибегать к таким средствам. Вы же знаете, что я не посмею ничего скрыть от вас. Кого вы любите? Жальтесь. Стоит ли она вас? Боже мой, ну что вы со мной делаете? Умеет ли она оценить ваше прекрасное сердце, вашу страсть? Хоть убейте меня, я не смею. Смелее, мой друг, смелее. Кого люблю я? Да. Вас! Я ваш раб на всю жизнь. Карайте меня за мою дерзость, но я вас люблю. Заставьте меня молчать. Запретите мне глядеть на вас. Запретите мне любоваться вами. Еще хуже, заставьте меня быть почтительным, но не сердитесь на меня. Вы сами виноваты. Если бы вы не были так очаровательны, так снисходительны ко мне, я, быть может, удержал бы мою страсть. В пределах приличия, чего бы это мне не стоило... Но вы, красавица, вы, ангел доброты из меня, благоразумного человека, сделали бешеного сумасброда. Да, я сумасшедший! Я сумасшедший! Мне показалось, что меня манит блаженство. И я не побоялся кинуться в пропасть, в которой могу погибнуть безвозвратно. Простите меня! Я вас прощаю. Шагов от ворот не отъехали назад. Я очень хорошо знаю, что я делаю. Зачем? Напрасно подвергать себя опасности, когда можно избежать ее. Ну почему нам непременно угрожала опасность? О чем ты еще спрашиваешь, я не понимаю. Ты сама видела. В самых воротах нам перешла дорогу какая-то женщина. Я хотела приказать остановиться, но так уж, скрипя сердце, поехала дальше, и вдруг встреча. Что такое, что встреча? Да если б с левой стороны, а то с правой. Да и с правой, и с левой все равно. Мой друг, не говори так. Я не люблю этого. Я не терплю вольнодумства в моем доме. Мы должны беречь свою жизнь. Я ведь знаю, зачем тебе хочется туда ехать. Ты думаешь встретить там Курчаева? Да, мадам, да. Там бы не раскаянного безбожника, которого я и пускать к себе не велю. Вот ты и тянешь тетку, нисколько не рассуждая о том, что из-за твоего удовольствия я могу переломить себе руку или ногу. Я не понимаю, Матан, что вам не нравится Курчаев? Как он мне может нравиться? Он постоянно смеется в моем присутствии над самыми священными вещами. Ну когда же, Матан, когда? Всегда. Когда? Всегда, постоянно. Он смеется над моими странницами, над юродивыми. Боже мой, Матаунт, вы же говорите, что он смеется над священными вещами. Да, конечно.
Как-то я ему говорю, посмотрите, у моей матрёши от святости уже начинает светиться лицо. Это говорит не от святости, а от жиру. Уж это я ему никогда в жизни не прощу. До чего вольнодумство-то доходит? До чего позволяют себе забываться молодые люди? Я в людях редко ошибаюсь. Вот и оказалось, что он за человек. Я вчера два письма получила. Прочти, если хочешь. Разве верит безымянным письмам? Ну, если бы одно. Можно сомневаться, а то вдруг два. И от разных лиц. Что тебе? Сударыня, скитающие люди пришли. Ну, Бог знает, что он говорит. Ну, да все равно, вероятно, богомольцы, вели их накормить. Слушаю. Вот еще письмо. Милостивая государыня Софья Игнатьевна, хотя я не имею счастья, но видно, что пишет женщина солидная. Хотя я не имею счастья, вот, слушай, выбор вами такого человека, как Егор Васильевич Курчаев, заставляет меня заранее проливать слезы об участи бедной Машеньки, ну, и так далее. Ну, удивительно, я не знаю, что думать об этом. Ну, неужели? Ну, неужели ты и теперь станешь спорить со мной? Впрочем, мой друг, если ты непременно желаешь, выходи за него. Я не хочу, чтобы меня звали тиранкой. Только ты знаешь, что ты меня этим очень огорчаешь, и что едва ли ты вправе будешь жаловаться, если я тебе... Не дадите денег, да? И главное, это благословение. Нет, мадам, не бойтесь, не бойтесь. Я московская барышня, я не пойду замуж без денег. Мне Жорж Курчаев очень нравится, но если вам не угодно, я за него не пойду. И никакой чахотки со мной от этого не будет. Но пожалейте меня, Матонт, у меня благодаря вам есть деньги. Мне хочется пожить. Я понимаю, мой друг, я понимаю. Найдите мне жениха какого угодно, я за него пойду без всяких возражений. Ой, Матонт, мне хочется поблестеть, покрасоваться. Так жить, как мы живем, подумайте сами, мне скучно, очень скучно. Ну, мой друг, я вхожу в твое положение. Суетность в твоем возрасте, извините. Да. А когда я буду постарше, я весьма вероятно буду жить так же, как вы. Это у нас в роду. Дай бог, дай бог. Я тебе от всей души желаю. Это прямой путь, настоящий. Да, 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 мадам, но прежде надо выйти замуж. Мой друг, не хочу скрывать от тебя. Я в большом затруднении. Ведь нынче молодежь так испорчена, что право очень трудно найти такого человека, который бы мне понравился. Ты мои требования знаешь. Ах, Матон, то ж в Москве-то не найти. Чего-чего в ней нет. Все что угодно, а потом у вас такое большое знакомство. Можно обратиться к одному, к другому. Крутицкий, Мамаев, Городулин вам помогут, укажут или найдут для вас точно такого жениха, какого вам надо. Я в этом уверена, Матон. Крутицкий, да, Городулин. Да. Ведь они люди, Мари. Они могут обмануть или сами обмануться. Ну, а как же быть? Надо ждать указаний. Без особого указания я никак не решусь. Ну, откуда явится это указание? Ты очень скоро узнаешь, откуда. Оно явится сегодня же. Ой, Матан, Курчаев, ты не отказывайся, я думаю, пусть едет. Но только ты знай, что он тебе не жених. Конечно, я вполне полагаюсь на вас. Ведь я ваша покорная, я ваша самая покорная племянница. Ты милая дитя. Матан, я буду богата. Я буду богата, и я буду жить весело. Ведь вы прежде весело жили, Матан. А? Ну, откуда ты это знаешь? А я знаю. Знаю, что вы жили очень весело. Да, да, ты знаешь кое-что. Но ты не можешь и не должна знать всего. Все равно, вы самая лучшая женщина, какую я знаю. И я вас беру примером для себя. Я тоже хочу жить очень весело. Если я согрешу, я покаюсь, я буду грешить. И буду каяться, как вы.
мадам. Ой, Мари, Мари, празднословие, празднословие, нет. Ты что-то уж очень разговорилась. Я устала, устала. Дай мне немного отдохнуть, успокоиться. Милая девушка, на нее и сердиться-то нельзя. Она и сама, я думаю, не понимает, что она болтает. Где же ей понимать? Так, так, лепечет. Я все силы употреблю, чтобы она была счастлива. Сударыня, господин Крутицкой. Проси, проси. Ну что, все нервы, а? Нервы. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. О, вот и руки холодные, уж вы очень того. Что? Не надо мне так очень прилежно-то, изнурять-то себя не надо. Я ведь вас уже просила. Я ведь вас просила со мной об этом не говорить. Не буду. Вы садитесь. Ничего, я... Не устал. Я вот гулять пошел. Да дай, думаю, зайду навестить старую. Что? Знакомую. Приятельницу. Старую. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе. А помните, мы не бывало с вами. Не вспоминайте, я тебе. А что ж такое, что не вспоминать-то? У вас в прошедшем было много хороших. Что? Хорошего. Ой. А если и было что-нибудь, на ваш взгляд, дурное, так вы, наверное, давно уже покаялись. Да. Да. А я, признаться вам сказать, всегда с удовольствием вспоминаю и нисколько не раскаиваюсь. Перестаньте, перестаньте. Сударыня, уродливый пришел. Что ну, такое? Григорий, ну как тебе не стыдно? Ну какой уродливый, юродивый. Вели его накормить. Слушай. Ну что, как глупы эти люди. Ведь самого обыкновенного назвать не могут. Ну я не сказал бы, чтобы в наше время юродивые были бы очень обыкновенны. Кроме вас нигде их больше и не встретишь. Обращаюсь к прежнему разговору. Вы меня извините. Я хотел вам только сказать, что вот прежде, когда вы вели другой образ жизни, вы были здоровее. Здоровее телом, но не душой. Ну уж это я не знаю, это не мое дело. Я хотел вам только сказать, что на вид вы были здоровее. Вы еще довольно молоды, вам можно было бы пожить как следует. Да я живу пожить. Как следует. Рано бы еще ханжить-то, рано бы ханжить-то, рано что бы. Что вы, перестаньте, что вы, перестаньте. Я же вас просила. Виноват. Я ведь вас просила. Виноват. Нет, вы странный человек. Странный человек пришел. Откуда он, ты не спрашивал? Говорит, из стран неведомых. Ну, принять его и посади за стол вместе с теми. Да вместе. Ну, иди, иди. Слушаю. Вы у этих, что из неведомых стран приходят, хоть бы паспорты велели спрашивать. Зачем? А затем, что с ними и до беды недалеко.
Добродетель добродетелью, а и осторожность не мешает. А вам особенно надо беречься. Это дело известное, коли барыня чересчур за добродетель возьмется, так тут уж мошенникам поживо. Потому что обмануть вас в это время очень просто. А я делаю добро для добра. Я не разбираю людей. Я ведь с вами хотела посоветоваться. Об одном очень важном деле. Ну что же, сделайте милость. Очень рад, очень рад. Очень рад служить, чем могу. Вы знаете, что Машенька теперь уж... А, да. В таком возрасте, что... А, да. Ну как? Знаю. Нет ли у вас... На примете молодого человека. Вы ведь знаете, какого мне нужно? Какого вам нужно? Вот в этом-то и закорючка. Мало ли молодых людей. Да позвольте, есть... Именно такой, какого вам надо. Верно. Я вам говорю, скромен не по летам, умен, дворянин, может сделать отличную карьеру. Словом, малый славный, славный малый. Мне его рекомендовали для некоторых занятий, ага. Ну, я его, конечно, попытал, что, мол, ты за птица. Парень хоть куда, далеко пойдет, вот увидите. А кто он? А он этот, как его, ай дай бог, память, этот, этот, да позвольте, он мне адрес оставил. Вот, Егор Дмитриев Глумов. Каково пишет? Чисто, ровно, красиво. Сейчас по почерку можно узнать характер. Ровно, значит, аккуратен. Кругло, без росчерков, ну, значит, невольнодумец. Вот. Возьмите, может быть, и пригодится. Благодарю. Ну что вы? Благодарю. Ну благодарю что? Вас. Ну, какие могут быть благодарности? Это наш долг. Это наш долг. Наш долг. Наш долг. Наш долг. Ну, прощайте. Заходите, а? Или сердитесь? Что вы? Что вы? Я всегда, всегда рада. Всегда. Ну да. Я ведь любя. Навещаете? По старой памяти, а? Ой. Ну, тогда до свидания. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе. Жаль. Старый человек. А как легкомыслен. Как ему поверишь? А все-таки надо будет справиться об этом Глумове. Господин Городулин. А, проси. Очень рада вас видеть. И не стыдно вам. Ну что же вы пропали? Дела. То обеды, то вот железную дорогу открывали. Не верится что-то. Просто вам скучно у меня. Благодарю вас.
Ну да вот спасибо за то, что хоть изредка навещаете. Что наше дело? Какое дело? Прекрасно. Забыли. Покорно вас благодарю. Да и я-то глупо сделала, что поручила вам. Вы человек, занятый важными делами. Когда вам помнить о бедных, несчастных, угнетенных? Стоит заниматься этой малостью. Угнетенных вы изволите говорить? Вот насчет угнетенных я не могу припомнить ничего. Позвольте. Я теперь вспомнил. Вы, кажется, просили меня справиться насчет ворожии. Одним словом, вдова коллежского регистратора Улита Шмыгаева. Ну, какого бы она звания ни была, это все равно. Она дама почтенная, строгой жизни. Я горжусь тем, что пользовался ее особенным расположением. Ну, особенным-то ее расположением, как и сделала, видно, пользовался отставной солдат. Одним словом, ей по Владимирке. Ее судили за укрывательство заведомо краденных вещей, за пристанодержательство, за опоение какого-то купца. Что вы говорите? Что вы говорите? Святую истину. Жена этого купца просила у нее приворотного зелья для мужа, чтобы больше любил. Ну, сварили зелье по всем правилам, на Мадере. Вот только одно забыли, спросить дозволение медицинского права. И что же купец? Подействовало. Умер было. Ой. Только не от любви. Ой. Ничего сделать было нельзя. Сама созналась во всем. Сначала солдат, который пользовался ее особенным расположением. Потом она. Ну, я этого не ожидала. Как легко ошибиться в людях. Нельзя жить на свете. И пусть я ошибаюсь. И пусть меня обманывают. Но помогать бедным, хлопотать о несчастных – мое единственное блаженство. Да, а вот блаженство – это дело не шуточное. Но не так редко можно встретить блаженного человека. Блаженный человек пришел. Неужели? Кто он? Надо полагать, из азиатцев. И я тоже полагаю. Почему? Почему ты думаешь, что азиатец? Уж очень страшен, так даже жутко глядеть, ежели сударыня к вечеру не приведи Господи. Ну что ты, какой вздор говоришь? Как страшен? Такая свирепость необыкновенная, весь оброс волосами, только одни глаза видно. А, грек должно быть. Не очень, чтобы грекс. Еще цветом не дошел. Принять его. Но... Принять его. Накормить. И спросить, не надо ли ему чего. Его, я думаю, особенно. Он ведь... Ну ты поди. Ты поди, ты не рассуждай. Слушаю. Иван Иванович, у меня к вам просьба. Ну, я весь внимание. Я насчет Машеньки. Нет ли у вас кого на примете? Позвольте, что, жениха? Слушайте, пощадите, а? Ну, что за фантазия вам пришла просить меня? Ну, с какой стороны, похож я на сваху московскую? Мое призвание решить узы, а не связывать. Я противник всяческих цепей, даже и супружеских. А сами... Сами носите? Да, вот именно от того-то я и не желаю их никакому лихому татарину. Нет. Ну, кроме шуток. Нет ли? Постойте. Кого-то я на днях видел, так у него, знаете ли, так крупными буквами на лбу и написано «хороший жених». Вот так того и глядишь, что же в минуту женится на богатой невесте. Вспомните. Да-да. Глумов. Хороший человек? Ну, честный человек, я больше ничего не скажу. Нет, слушайте, кроме шуток, отличный человек. Постойте. Как вы назвали? Глумов. Егор Дмитриевич? Да.
А мне и Крутицкий про него же говорил. О, ну, значит, ему и быть, так у него и на лбу, то есть на роду написано. Прощайте. Что это? Что это за Глумов? Я сегодня в другой раз слышу имя этого человека. И хотя я не верю ни Крутицкому, ни Городулину, но что-то тут есть. Если его хвалят люди совершенно противоположных убеждений. Машенька, Машенька. Ну что, мадам, что? Ну, Машенька, говорила я тебе и с Крутицким, и с Городу. Говорите, продолжайте, я покорилась вашей воле и с трепетом жду решения, мадам. Ну. Они оба рекомендовали одного человека. Точно сговорились. Ну и прекрасно. Значит, человек достойный. Кто, мадам, кто? Я им не верю. Прикажите разложить. Погоди, я им не верю. Они могут ошибаться. Да почему же, мадам? Они люди. Не урони собачку, не урони. Кому же вы поверите, мадам-то оракулу? Мне что-то страшно. Это очень естественно. Так и надо, так и должно быть страшно. Мы не можем, мы не должны без страха приподнимать завесу будущего. Там, за этой завесой и счастье, и несчастье, и жизнь, и смерть твоя. Да кто же приподнимет нам завесу? Тот, кто имеет власть. Манефас. Вот кто. Идите. Иду. Милости просим, пожалуйте. Батюшки, батюшки. Пошла шабала. Вот ты села, как квасня. Привел Господь, дожили. Что вы, Берьма-то выпучили? Очень рада, что сподобились видеть тебя. Ох, сподобились. Я сподобились. Ждем. Что скажешь, мать Манефа? Ждем. Ждали в сапогах, а приехали в лаптях. Слушайте, запоминайте хорошенько. Я хотела спросить тебя... Не спрашивай, вперед знаю. Знайка бежит, а не знайка лежит. Девка меньше, так бабы больше. Нам человека это знать нужно. Не скажешь ли чего, рабе Марии? Может, во сне или в видении тебе? Было. Было видение. Было. Идет Егор. С высоких гор. Егор Кучаев-то, Егор, это он. Скажи, Егор. Да ведь ты слышала, видение было. Я почем знаю. Увидишь, так узнаешь. Когда? Когда мы его увидим? Желанный гость в зоне ждет. Замечайте, хорошенько. А ты нам хоть приметы скажи. А первое дело надо спросить волосом каков. Всегда так спрашивают, как вы не знаете. Ну, ты-то, пожалуйста, помолчи. Волосом каков? Кому бедокур? А кур? Белокур. Белокурый. Это Кручаев, это Егор. Да ведь ты слышала, видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться, какая-то легкомысленная? Ох, даже удивительно, по картам выходит Егор, и по картам выходит Егор. Ну что ты мелешь? Как ты по картам имя-то увидала? Фу ты, обмолвилась, язык-то наш, белокурый по картам-то.
Мать Манефа, тебе все известно. Мы грешные люди, мы в сомнении. Егоров много, белокурых тоже довольно. Чушь чужанин далеко, а суженая у ворот. У ворот, у ворот. Сряжайтесь, сбирайтесь. Гости, 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 гости. Когда? Вот, сейчас, сей миг. Нил Федосеевич Мамаев. Один? С ним молодой барин, такой белокурый. Приехали с орехами. Проси, проси. Будем ли мы живы? Не во сне ли мы все видим? Ну, Машенька, сбылись мои молитвы. Это так необыкновенно, Матант. Я вся дрожу. Машенька, ты пойди к себе, ты после выйдешь. Хорошо. Конец, конец. Всему делу венец. Возьмите ее под руки и чаю ей, чаю. Чаю, чаю. Кто пьет чай, тот отчаянный. Ну, чего только ей угодно. Ну, идите, пошла шабала. Одним бы глазком взглянуть. Умрешь, таких чудес не увидишь. Софья Игнатьевна, позвольте вам представить моего племянника Егора Дмитриевича Глумова. Егор, ах, белокурый. Полюбите его, а? Я полюблю его, как родного сына. Готово, готово, ваше превосходительство. Четко, красиво, отлично. Браво, браво. Трактат. Отчего же не прожект? Прожект, ваше превосходительство, это когда предлагается что-либо новое. У вашего же превосходительства, напротив, все новое отвергается. И совершенно справедливо, ваше превосходительство. Так вы думаете, трактат? Трактат лучше. Ну да, ну да. Трактат, трактат. Да, пожалуй, пожалуй, трактат. Трактат о вреде реформ вообще. Вообще-то не лишнее ли? Ну, это главная мысль вашего превосходительства, что все реформы вообще вредны. Так, правда, правда, правда. Умно, умно, умно. У вас тут есть молодой человек, очень рад. Очень рад, очень рад. Старайтесь. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Пойдем далее. Любопытствую знать, как вы начинаете экспликацию моей главной цели. Артикул первый. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия. Первое – отмену старого, и второе – поставление на место оного чего-либо нового. Какое из сих действий вредно? И то, и другое одинаково. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения, отметается нечто непригодное, такое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А сего быть не должно, ибо сим возбуждается свободномыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Складно, толково. И совершенно справедливо. Да. Второе. Поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть не что иное, как измышление праздных умов. Ясно изложено.
надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно. Ну, так мудрено излагать софизмы, ваше превосходительство, а неопровержимые истины. А вы думаете, это неопровержимые истины? Совершенно убежден, ваше превосходительство. Что это они другого стула не ставят? Ничего, я и постою, ваше превосходительство. Да, конечно, нельзя всякому дозволить. Другой, пожалуй, рассядется, магазинчик со счетом или приказчик приедет. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Ну, я должен буду просить извинения у вашего превосходительства. А что такое, мой любезный, что такое? В вашем трактате некоторые слова и выражения оставлены мной без всякого изменения. Почему? Слаб современный язык для выражения всей грациозности ваших мыслей. Например? Например, в 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах. Ну? Вашим превосходительством весьма сильно выражена прекрасная мысль о том, что не следует увеличивать содержание чиновникам и вообще улучшать их положение. Да. А что, напротив, нужно увеличение жалования председателям и членам присутствия. Да. Дабы сии наружным блеском поддерживали величие власти, которое должно быть ей присуще. Подчиненный же, сытый и довольный, получает несвойственные ему и несвойственные его положению осанистость и самоуважение. Так. Тогда как для успешного и стройного течения дел подчиненный должен быть робок. И постоянно трепетен. Трепетен. Да. Вот слово трепетен, ваше превосходительство, меня очаровало совершенно. Вот трепетен. Трепетен. Так, трепетен. 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 Коли куришь, так кури. Я не курю, ваше превосходительство. А впрочем, как прикажете. Ну вот еще мне-то какое дело. Дядя, не видал твоей работы? Как можно? Как же бы я осмелился? Ну, то-то же. Он только говорит, что он умен, а ведь он же болван совершенный. Не смею спорить с вашим превосходительством. Он только вот других учит. А вот сам попробуй написать, вот мы и увидим. Да. А жена тоже замечательная дура. Не заступлюсь и за нее, ваше превосходительство. Как ты с ними уживаешься, не понимаю. Нужда, ваше превосходительство. А ты служишь? Поступаю. По протекции тетушки Иван Иванович Городулин обещал достать место. Ну вот, еще нашли человека, определит он тебя. Ты ищи место прочного, а все эти городулинские места скоро все опять закроются, вот увидишь. Он у нас считается человеком опасным, ты это заметь. Я не по новым учреждениям. Не по новым? Нет. О, ну да. Ну что, а я-то думал. Ну тогда что? Тогда поступай. Без службы-то тоже болтаться хуже. А потом, если хочешь, я тебе дам письма в Петербург. Туда перейдешь, там служить виднее. У тебя как, прошедшее-то хорошо, чисто, совершенно? Ну... Можно тебя рекомендовать? Да я ленив был учиться, ваше превосходительство. Это не важно. Очень-то заучишься, так она, пожалуй, и хуже. Нет ничего важнее. Мне совестно признаться перед вашим превосходительством. А что такое? Ты уж говори прямо, лучше говори прямо. Ну? В молодости грешки. Да, ну говори. Увлечение. Говори, не бойся говори. Ну. В студенческой жизни, ваше превосходительство. Так. Ну говори, не бойся. Ну. Покучивал. А. Кое-какие истории не в указанные часы. Так. Ну, покучивал. И небольшие стычки с полицией. Да. Да.
Покучу. Да. И только. И только. Смотри у меня. А только? Только. Сохрани Бог. Смотри. Сохрани меня, Бог, ну, ваше превосходительство. Сохрани Бог. А что покучивал, это даже так очень хорошо. Молодые лето, надо пить, кутить. Чего тут стыдиться? Ты ведь не барышня. Да нет. Ну, значит, я насчет тебя совершенно спокоен. Я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне понравился с первого раза. И я тут в одном доме уже замолвил за тебя словечко. Мне сказывала Софья Игнатьевна, я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство. А ты что, присватался, что ли? Тут, брат, куш порядочный. Да я на деньги глуп, ваше превосходительство. Девушка очень хороша. Вот это я тебе ничего не могу сказать. Нет, нет, не умею. Они, брат, все одинаковые. Вот тетка, знаю, что ханжа. Да. Любовь-то нынче не признают, ваше превосходительство. А я по себе знаю, какое это великое чувство. Да не признавай, пожалуй, никому от этого ни тепло и ни холодно. А как заберет, так скажешь сам. Со мной такое было в Бессарабии лет 40 тому назад. Я было умер от любви. Ну что ты на меня смотришь? Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство. Горячка сделалась. Вот ты и не признавай. Ну давай, Бог. Давай, Бог, давай, Бог. Давай, Бог. Очень рад за тебя. Будешь капиталистом, найдем тебе место важное, прочное, покойное. Нам такие люди нужны. Ты ведь будешь из наших. Нам теперь поддержка нужна, а то молокососы одолевать начали. Ах. Ну, однако, сколько я тебе должен за твой... труд. Не обижайте, не обижайте. Нет, ваше превосходительство. Ты меня не обижай. Ваше ты... превосходительство не обижайте. Уж если хотите вознаградить меня, так осчастливьте. А что такое? В чем дело? Брак, такое дело великое, такой важный шаг в жизни. Ну? Не откажитесь. А что это? Посаженные отцы, что ли? Я что-то не пойму. Осчастливьте ваше превосходительство. Да изволь, изволь. Это дело не мудрёное. Так я передам и Софье Игнатьевне. Передай, пожалуй. Я больше не нужен вашему превосходительству. Не нужен. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. Ну, прощай. А о моем марании молчи. Оно скоро будет напечатано, без моего имени, конечно. Тут один редактор, он, хотя это довольно странно, очень порядочный человек. Пишет так учтиво, ваше превосходительство, сделайте милость, окажите любезность и прочее. Так что, если будет разговор, кто, мол, писал, будто ты и не знаешь. Слушаю, ваше превосходительство. Ну, прощай, мой любезный. Ну что ж, очень бронят молодежь-то. Вот же, значит, есть же из них и с умом, и сердцем малый. Он льстив. И немного как будто подлинник. Ну да вот, опериться это, может быть, и пройдет. Если это подлость в душе, так нехорошо. А если только в манерах, так большой беды нет. С деньгами да с чинами это постепенно исчезает. Родители, должно быть, были бедные. А мать попрошайка... У того ручку поцелуй, у другого поцелуй. Вот оно и въелось. Ах, а все-таки это лучше, чем грубость. Госпожа Мамаева, они в гостиной. Я докладывал, что ее превосходительство дома нет. Не помешаю. Нет, нет. Подай кресло.
будет вам делами-то заниматься, чтобы с молодыми дамами полюбезничать. А то сидит в своем кабинете такой нелюбезный старичок. Ну, где уж мне? Был конь, да уездился. Пора и молодым дорогу дать. Ой, да нынче молодежь-то хуже стариков. Жалуетесь? А что, разве не правда? Правда, правда. Никакой поэзии нет, никаких благородных чувств. Я думаю, это от того, что на театре трагедии не дают. Вот возобновить бы Озерова, молодежь и набиралась бы этих деликатных, тонких чувств. Да чаще давать трагедии. Через день. Ну и Сумарокова тоже. У меня вот прожект написан об улучшении нравственности в молодом поколении. Для дворян трагедии Озерова, а для простого народу продажу сбитня дозволите. Мы, бывало, все трагедии наизусть знали. А нынче скромно. Они даже по книге прочесть не умеют. Вот оттого в нас и рыцарство было, и честность, а теперь одни деньги. Мне ждать ли, чтоб судьба прервала дней течения, когда к страданию даны мне грустные дни, прерву. Помните? Ну как же не помнить? Ведь этому чаю лет 50, не больше, как же мне-то не помнить? Да, кстати, вот чуть не забыл. Я вашим родственникам очень доволен. Прекрасный молодой человек. Не правда ли? Мил. Да, да. Да и вы уж его тоже балуете. Да чем же? Ну как чего, боги, не прошу от вас речей искусства, но дайте мне язык души и чувства. Очаровательно. Чем же балуем? Ну чем? Жените, какую невесту нашли? Какую? Вы ошибаетесь. О, матерь, слезный ток, коль можно осуши, а ты, сестра, умерь уныние души. На ком же? На ком? Боже мой, на ком? На ком? На Турусиной, будто не знаете 200 тысяч приданого. Не может быть. Не может быть, говорю я вам. Привести таковой, задумчив пребываешь, вздыхание тяжкие в груди своей скрываешь, и горесть мрачная в чертах твоих видна. Ой, надоели вы мне с вашими стихами. А он, кажется, парень с сердцем. Вы, говорит, ваше превосходительство, не подумайте, что я из-за денег. Звал меня в посаженные отцы сделайте, говорит, милость. Ну, а чего ж мне сделать? Я, говорит, не из приданого. Мне, говорит, девушка нравится. И это, говорит, не девушка, а просто ангел. И да, и таким с чувством, говорит, ангел, ангел, да. Ну и что ж, давай Бог, давай Бог, когда россиянин решится слово дать, то без стыда его не может изменять. Ой. Что с вами? Мигрень. Я больна совсем. Ничего, ничего, это пройдет, пройдет. Ты знаешь, что союз сей верен до того? Пойдите вы, скажите вашей жене, что я хотела ее подождать, да не могу. Очень скверно себя чувствую. А, что? Прощайте. Да что вы, да что у вас вид такой здоровый, ну что вы, ну ничего. Что при сопернице в измене обличить и ревностью его веселье отравить? Прощайте. 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 Чего ее-то кольнуло? Отпади ж ты с бабами. Хуже, чем дивизии командовать. Никого не принимать. Заняться на досуге. Ой,
На силу кончил. Интересный разговор с Крутицким записан весь. Любопытный памятник для потомства. Господи, чего стоило весь этот вздор запомнить? Но я, кажется, в разговоре с ним пересолил немного. Еще молод, увлекаюсь. Ну да ладно, это не мешает, кашу маслом не испортишь. Вот дядюшка у меня прелесть. Сам научил за женой ухаживать. И тут я увлекся. Это дело уж не шуточное. Тут надо держать ухо востро. Маменька, вы к Турусиной? К Турусиной? Немного поздно, маменька. Туда с утра надо идти. И каждый день. Так и живите там. Так ведь можно и надоесть. Ну да уж что делать? Садитесь с гадалками, с прислугой, с приживалками, со страницами. Зайдите теперь в город и купите для них 2 табакерки серебряных. Небольших. Эти приживалки табак нюхают зло и очень любят подарки. Хорошо, хорошо. Торопитесь, чтоб поскорей парадный сговор. Да говорят, прежде чем через неделю нельзя. Ух, долго измучаешься. Богатство-то прямо само в руки плывет. Прозевать такой случай было бы и жалко, и грех непростительный. А что это я хотел добавить в дневник? А, расход записать. Так. 2 табакерки приживалкам. Что это? Боже мой, мог ли я ожидать такого счастья? Даже если все олимпийские боги сошли с неба, не и то... Не кричитесь, я не к вам. Я зашла вашу матушку навестить. Она только вышла перед вами. Жаль. Присядьте, осчастливьте мою хату. Осветите ее своим блеском. Да, мы счастливим. А нас делают несчастными. Несчастными? Да вы знаете ли, какое это преступление? Даже огорчить-то вас чем-нибудь, и то нужно иметь черную душу и зверское сердце. Черную душу и зверское сердце, да, вы правду говорите. Ни черной души, ни зверского сердца у меня нет, значит... Что? Значит? Значит, я и не огорчу вас ничем. Верить прикажете? Верьте! Будем верить. Не знает. Как не огорчить вас? Вы же не были жестокой красавицей. Вы не оттолкнули меня. Вы снизошли к несчастному страдальцу. Вы согрели бедное сердце взаимностью, и я счастлив. Счастлив. Бесконечно счастлив. Вы женитесь? Как? Нет. Да. Но! Вы женитесь. То есть ваш муж хочет женить меня, а я не думал, и не расположен совсем и не желаю. Он нас любит, однако. Против воли хочет сделать счастливым. Он хочет женить меня на деньгах. А невеста вам не нравится? Ну, конечно, не нравится. Да разве может... Так вы ее не любите. Да могу ли я? Кого же я буду обманывать, ее или вас? Да может быть, обеих. Ну, за что вы меня мучаете подозрениями? Нет, я вижу, это надо кончить. Как кончить? Пусть дядюшка сердится, как хочет, я ему скажу решительно, что не хочу жениться. Правда? Сегодня же скажу. И прекрасно, без любви, что за брак. И вы могли подумать, и вам не совестно. Это еще кто? Вот очень нужно.
Он меня обманывает, это ясно. Ему хочется меня успокоить, чтобы я не мешала. Клеопатра Львовна, пройдите в комнату. Ко мне пришел кто-то. Ну-с, во-первых, так не принимают. А во-вторых, я устал, потому что на своих к вам. Что вам нужно от меня? Пустяки. Минимум 25 рублей. А больше сколько хотите, я не обижусь. Да? Вот как? На бедность. А кто же это вам сказал, что я имею возможность давать такую щедрую милостыню? Я не милостыню прошу, я за труд. За какой? Я ходил за вами, наблюдал, собирал сведения, черты из жизни вашей. Написал вашу биографию и приложил портрет. Позвольте, живо изобразил последнюю вашу деятельность. Так вот, не угодно ли вам купить у меня оригинал? А то я продам в журнал. Вы видите, я прошу недорого, ценю себя невысоко. Меня не испугаете. Печатайте. Кто вас читает? Я же не 1000 рублей вас прошу. Я знаю, что большого вреда вам сделать не могу. Но все-таки это же неприятность, скандальчик. Ведь лучше для вас, если бы его не было совсем. Вы так и заплатите. Вы знаете, как называется ваш поступок? Знаю. Умение пользоваться обстоятельствами. А честно ли это? Это я не знаю. Но все-таки должно быть честнее, чем посылать безымянные-то письма. Какие письма? Какие письма? Чем вы докажете? Не горячите, заплатите лучше, я советую. Ни копейки. Вот у вас теперь богатая невеста в еду. Ну что хорошего, прочитает. Ах, скажет, ну не ссорьтесь со мной, заплатите. И мне-то хлеб, и вам покойник. Ну прошу, дешево прошу. За что платить? Вы эдак повадитесь, в другой раз придете. Ну, честное слово, за кого меня принимают? Прощайте. А то ведь в следующем номере. В каком хотите? Ну, 5 рублей уступлю. Деньги пустые. 5 копеек не дам. Ну, как хотите. Папиросчики нет у вас? Нет, папиросчики. Освободите меня от вашего посещения. Не сейчас, только отдохну немного. Вас Курчаев подослал? Да нет, мы с ним поругались. Он тоже гусь порядочный, вроде вас. Ну, довольно! А что это у вас там? Что за низость? Убирайтесь! Любопытно. Убирайтесь, вам говорят. Ну, пусть, ну вот вы не умеете ценить чужого благородства. А того, что у вас своего нет. Убирайтесь, вам говорят. Вот еще принесло. Ну да пусть печатает. Два слова только. Куда же это он делся? Это что? Дневник его? Ай-яй-яй, как зло. Ужасно. Ужасно. Вот они вести. Так я и знала, он меня обманывает. Какой глупый человек.
Я падаю. Низкий человек. Вот мысли. Он никак не подумает на меня. Из рук вон! Кто был у вас? Таких людей нельзя пускать ни под каким видом. Написал ругательную статью на меня и пришел за деньгами. Это, говорит, напечатаю. Боже мой, что за ужасы вы говорите? Да ведь это те же разбойники. Да кто он такой, я желаю знать. Да зачем вам? Ну, хотя бы для того, чтобы беречься его. Галутвин. Где живет? Где день, где ночь. Адрес можно узнать в редакции. Да зачем вам? Ну, а если кто обидит под мщение? Другого-то у женщин нет. Дуэли для нас не существуют. Вы шутите? Конечно, шучу. Вы дали ему денег. Немного, он ведь недорог, все-таки покойнее. Всякий скандал нехорош. А если ему дадут больше? Кому же нужно? У меня врагов нет. Значит, вы покойны. Бедный, бедный, как он вас расстроил. Так вы решительно отказываетесь от невесты? Решительно? Да вы знаете ли, чего себя лишаете? Денег. А променяю ли я рай на деньги? Так ведь много денег. 200 тысяч. Знаю. Да кто же это делает? Тот, кто истинно любит. Так ведь этого не бывает. А вот вам доказательство, что бывает. Вы герой. Вы герой. Ваше имя будет записано в историю. Придите в мои объятия. Прощайте. Прощайте, душа моя. Жду вас сегодня вечером. Разумеется, все это мелочи, но когда дело-то рискованное, так всего боишься. Прав-то у меня на эту невесту, а главное, на это приданое никаких. Все взято одной энергией. Целый замок висит на воздухе без фундамента. Все это может лопнуть и разлететься в прах каждую минуту. Поневоле будешь пуглив и осторожен. Ну, да теперь мне бояться нечего. Клеопатру Львовну успокоил. Галутвину заплачено. Пока я все уладил. Все уладил, все уладил. А что-то я с этими хлопотами рассеян стал. Где шляпа? Шляпа. Где шляпа? А, вот. Вот шляпа. Перчатки. Где перчатки? Где перчатки? Вот перчатки. В этом кармане бумажник, в этом дневник, платок здесь. Такое. Где же? Куда я его засунул? Вот еще беда-то. Да нет, не может быть. А, я его здесь положил.
Падает, 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 все падает. И я валюсь, в глубокую пропасть валюсь. Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую детскую злобу тешил? Если такие дела делать, так нечего их записывать. Это предоставил публике. Записки под лица им самим написанные. Да что ж, я себя ругаю. Меня еще будут ругать. Все, все ругать. Кто же это? Он или она? Если он, беда невелика, я выкуплю, он на деньги пойдет. А если она? Ну, тут уж одно красноречие, женское сердце мягко. Мягко-то оно мягко. Да ведь уж и злей-то женщины ничего на свете нет, если ее обидеть чувствительно. Ух, страшно становится. Женщина отомстит ужасно. Она может такую гадость придумать, что мужчине и в голову не придет. Но уж делать нечего. Бездействие хуже. Пойду прямо в пасть гиене. Самая тонкая интрига или... Чудо вы думаете? Я ничего не думаю. Он явился каким-то неотразимым. Все за него. Все знакомые тетушки рекомендуют прямо его. Приживалки во сне его вид каждую ночь. Наконец, Манефа, которую тетушка считает чуть ли не за святую, никогда не видав его, описал его наружность. И предсказал минуту, когда мы его увидим. Какие тут могут быть возражения? Судьба моя в руках тетушки. Она им совершенно очарована. Значит, отдадут ему вас. Да. Отдадут деньги, добродетель награждается, порок наказан. С вашей стороны возражений нет, но обо мне говорить нечего. Я должен молчание удалиться. Еще с кем-нибудь другим я бы поспорил. А перед добродетельным человеком я пас. Я никогда этим не занимался. Тише, сударами. Они идут. Когда я почувствовал призвание к семейной жизни, я взглянул на это дело серьезно. Жениться для того, чтобы взять деньги, это не в моих правилах. Это была бы торговая сделка, а не брак, установление священное. Жениться по любви, но ведь любовь – чувство приходящее, плотское. Я понял, что в выборе подруги на всю жизнь должно быть нечто... особое, нечто роковое. Мне нужно было найти кроткое женское сердце, связать его своим неразрывными узами. И я говорю: судьба, укажи мне это сердце, и я покорюсь твоим велением. Я признаюсь, я ждал чего-то чудесного. Чудесного много на свете, только мы не хотим заметить его. Я сама тоже говорю, но не все верят. Я ждал чуда и дождался чуда. Скажите, дождались? Это чрезвычайно любопытно. Я поехал к одной благочестивой женщине. Не к Манефе ли? Нет, к другой. Манефы я не знаю. Как только я вошел, не успел промолвить слово, как она даже не видела лица моего. Она сидела ко мне задом. Ой. Заговорила. Не ты невест ищешь, они тебя ищут. Ступай, зажмурившись, и найдешь. Куда идти, говорю, укажите мне.
как войдешь, говорит, в первый незнакомый дом, где ты ни разу не бывал, там и ищи, там тебя знают. Я, знаете ли, сначала удивился и как будто не совсем поверил, но поутру она мне это сказала, вечером дядюшка привез меня к вам. Тут есть невеста, и тут меня знают. Да, да, да. Много, много чудесного, но мало избранных. А у нас тоже, когда мы стояли в Малороссии, было случай. Вы бы пошли по саду погуляли. Я еще не успел хорошенько осведомиться о чувствах моей невесты. Извините, Марья Ивановна, я довольствовался только ее согласием. А ничего больше и не надо. Если я, быть может, не совсем нравлюсь теперь, так понравлюсь после. Такой брак должен быть счастлив и благополучен. В этом браке нет людского произвола, следовательно, нет и ошибки. Вот правило. Вот у кого надо учиться, как жить. Иван Иванович Городулин. И пойду. Оденусь потеплее. Здесь что-то сыро становится. Здравствуйте! Здравствуйте. Вы сколько денег берете? Кажется, 200 тысяч. Да как же вы это сделали-то? Вы же сами меня рекомендовали, мне Софья Игнатьевна сказывала. Когда же? А, да-да-да-да, я помню. Ну, как же вы поладили с Турусиной, ведь вы вольнодумец. А я с ней не спорю. Ну, если она вздор говорит. Ее исправить невозможно, к чему что-то трудиться-то? Ах, вы вот как. Mm-hmm. Это хорошо. Вы теперь будете иметь состояние, я вас в клуб запишу. На днях будет напечатан трактат Крутицкого. Да неужели? Mm-hmm. Вот бы его отделать, хорошенько. А это очень легко. Ну еще бы с вашими способностями, но вы еще, конечно, довольно молодой человек, можете себе повредить. Вас надо будет выгородить. Вы напишите, а я уж так и быть, пожертвуя собой, выдам за свое. Надо их старых хорошенько. Надо, надо, надо. Вы только посмотрите, что пишут. Нет, а смеять надо, смеять надо. Я бы и сам, знаете ли, некогда. Я очень рад вашему счастью. Поздравляю. Нам такие люди, как вы, нужны. А то, признаться вам, чувствовался недостаток. Дельцы есть, а говорить некому. Где Марианна? В саду гуляет. О, пойду поболтать с ней. Я вас догоню. Кажется, Мамаевы приехали. Ах, как я врезонил. Мало того, что дала согласие на мой брак, но еще и сама приехала. Вот это мило с ее стороны. Ну что, нашли? Нет. Голутвин клянется божиться, что не брал. Кому же взять? Потеряли как-нибудь? И представить себе не могу. Найдет кто-нибудь и бросит. Хорошо, как бросит. А что же вы боитесь? Разве у вас там было что-нибудь такое? Ничего особенного. Сердечные излияния, любовные заметки, страстные тирады, стишки, очи, кудри. Но все то, что про себя писано, и в чужих руках видит. Стыдно. Так у вас в дневнике очи да кудри? Так вы не беспокойтесь, никто не обратит внимания. Таких дневников бездна. А что же вы здесь один? Где же ваша невеста? Вон она в саду гуляет с молодыми людьми. Вот вам доказательство, что женюсь я не по склонности. Мне нужны деньги, деньги, положение в обществе. Не все же мне быть милым молодым человеком. Пора быть милым мужчиной.
Посмотрите, каким молодцом я буду. Каких рысаков заведу. Теперь меня никто не замечает, а тогда все вдруг заговорят. Ах, какой красавец появился. Точно я будто из Америки приехал. И все будут завидовать вам. А чего же мне? От того, что я ваш. Да, хорошо, если бы можно было взять деньги без невесты. А то у вас будет молодая жена. А это не мешает. Руку я предложил невесте, карман для денег, а сердце-то остается вам. Вы опасный человек. Вас слушаешь, слушаешь, да, пожалуй, поверишь. А на каких рысаках я буду подъезжать к вам? Подъезжайте, подъезжайте. А теперь ступайте к невесте. Нехорошо оставлять ее. Если она вам и не нравится, вы хоть для вида поухаживаете за ней. Вот вы сами посылаете. Ступайте, ступайте. 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 Как он торжествует. Ну, погоди, мой друг. Не рано ли ты вздумал радоваться? Поздравляю вас. Вы с каждым днем все больше расцветаете. Очень рада вашему счастью. В господине Глумове так много хороших качеств, что мне становится страшно. Я не считаю себя достойной такого мужа. Ну, а где же искать добродетелей, как не в вашем доме? Вы можете пользоваться и наставлениями, и примером от вашей тетушки. Да, добродетельно быть, право, очень недурно. Но из всех добродетелей я могу похвалиться одной. Послушанием. В принципе, я с вами согласен, но подробностях нет. Да почему же, почему? Зачем непременно трагедия? А чего не комедия? А затем, что комедия изображает низкое, а трагедия высокая. А нам высокое-то и надобно. Да, но позвольте, рассмотрим этот предмет со всех сторон. Только и слышишь. Зачем вы пускаете к себе Марьеву? Она обманщица. Когда я познакомилась с Егором Дмитриевичем поближе, тут я увидела, что он превзошел все мои ожидания. Кто это превзошел все ожидания? Ваш племянник. А, я знал, что вы меня будете благодарить за него. Знаю, кому что нужно, знаю. Ну, вам грешно было. Да, я не стал ему сватать другую невесту, а прямо к вам. Грешно было бы. Вы ведь знаете, знаю. Я сирота. Да, Глумов может далеко пойти, далеко пойти. И за что мне такое счастье? Разве за мои добрые дела? Что тебе? Что это такое? Тут какая-то газета, верно, не ко мне. Нет, к вам. Вы видите адрес. Да должно быть какая-нибудь ошибка. Кто принес? Добрый почтальон. Дайте-ка сюда, я вам... разберу и объясню. Во-первых, газета. Да и не газета, один только лист из газеты. Одна статья. Ну, что там такое? Которая называется «Как выходят в люди». Ну, это до нас не касается, брось. Нет, почему? Нет, надо посмотреть. А вот и портрет с подписью. Муж таких мам. Ба, ба, ба. Да ведь это Егор Дмитриевич. Егор Дмитриевич? Сюда. Это интересно. Это должно быть какая-нибудь гнусная интрига. У него много врагов. Тот, кто писал эту статью, должен очень хорошо знать Егора Дмитриевича. Здесь все малейшие подробности его жизни. Если это, конечно, не выдумки. А вот еще что-то. А, да это его рука. Я к ней пригляделся. Его, его. Чем угодно отвечаю. Его. Да, это его рука. А вот подпись совсем другой рукой.
Доказательство того, что в статье все справедливо, прилагается сей дневник. А-а-а. Что нам читать, статью или дневник? Нет, уж лучше оригинал. Тогда начнем со страницы, которая заложена закладкой. Тут счет. Манефе 25 руб. Ей же еще 25 руб. Дура набитая, а берется предсказывать. Учил, на силу наладил. Ей же послана бутылка рому. Ей же дано на дому у меня 15 руб. Очень неприятно, что таким прибыльным ремеслом занимаются глупые люди. Любопытно узнать, что она возьмет с Турусиной. Спросить после. Двум приживалкам Турусиной загадание на картах и за рассказывание снов, в которых они должны видеть каждый день меня, по 7 руб с полтинной и по серебряной табакерке. 10 рублей за обе. Всех прогоню, всех. Злой быть грешно и добрый глупо. Как жить после этого? Не жалуйтесь, не вас одних обманывают. За 3 анонимных письма к Турусиной 15 коп. Так вот откуда письма-то, матант? Прикажете продолжать? Располагай собой, как знаешь, я тебе мешать не буду. Ой, матант, а мой выбор уже сделан. Вот. Прекрасно. В нем ты, по крайней мере, не ошибешься, потому что он ничего хорошего и не обещает. Человеку Мамаева. За то, что... Он привез ко мне своего барина обманом, пользуясь его слабостью к отдающимся в наймы квартирам. Этому благодетелю моему 3 руб. Чувствую, что мало. Ну, тут дальше разговор со мной совсем неинтересный. Первый визит к Крутицкому. Муза! Поспоем доблестного мужа и его прожекты. Нельзя довольно налюбоваться тобой, маститый старец. Поведай нам, поведай миру, как ты ухитрился, дожив до 60-летнего возраста, сохранить вообще неприкосновенности ум 6-летнего ребенка. Ну, довольно. Это пашквиль. Кому приятно? Позвольте, я тут вижу несколько слов о Городулине. Городулин в каком-то глупом споре о расистых лошадях одним господином назван либералом. Он так этому названию обрадовался, что 3 дня по Москве ездил и всем рассказывал, что он либерал. Так теперь и числится. А ведь похоже. Похоже. Похоже, похоже. Вы про себя прочтите, похоже ли написано. А про меня не похоже. Вы находите, что похоже? А, Иван Иванович, а я вас и не заметил. Смотрите, как нас тут расписали. А кто же этот современный ювенал? Племянник мой, Глумов. Иван Иванович, отдайте эту рукопись автору и скажите ему, чтобы он удалился незаметно. А зачем же незаметно? Я ни объясняться, ни оправдываться не стану. Я только скажу вам, что вы сами скоро пожалеете, что удалили меня из вашего общества. Милостивый государь, наше общество состоит из честных людей. Да. 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 А вы сами, ваше превосходительство, догадались, что я нечестный человек? Может быть, вы вашим проницательным умом убедились в моей нечестности тогда, как я взялся за отделку вашего трактата? Потому что какой же образованный человек возьмется за такую работу? Или вы увидали мою нечестность тогда, как в кабинете у вас я раболепно восторгался самыми дикими вашими фразами и холопски унижался перед вами? Нет, вы тогда были готовы расцеловать меня. И не попадись вам этот несчастный дневник, вы бы долго-долго... Всегда считали бы меня честным человеком. Оно, конечно, но... А вы, дядюшка, тоже догадались сами? А? Не тогда ли, как учили меня льстить Крутицкому? Не тогда ли, как учили меня ухаживать за вашей женой, чтобы отвлечь ее от других поклонников?
А я же манил сюда, отнекался, что не умею, что мне совестно. Вы же видели, что я притворяюсь. Но вам было приятно, потому что я вам давал простор учить меня уму-разуму. Я давно умнее вас, и вы это знаете. Но когда я прикинусь дурачком и стану просить у вас разных советов, вы рады, радехоньки, и готовы клясться, что я честнейший человек. Ну что нам с тобою считаться? Мы свои люди. Вот вас, Софья Игнатьевна, я точно обманул. И перед вами я виноват. То есть не перед вами, а перед Марьей Ивановной. А вас обмануть не жаль. Вы берете с улицы какую-то полупьяную крестьянку и по ее слову послушно выбираете мужа для своей племянницы. Хорошо, что еще я попался. Манефа могла бы вам сосватать какого-нибудь беглого, и вы бы отдали, что и бывало. Я знаю одно, что на земле правды нет, и с каждым днем все больше в этом убеждаюсь. Ну а вы, Иван Иванович? Я ни слова, вы прелестнейший мужчина. И вот вам рука моя. И все, что вы здесь говорили про нас, то есть про меня, про других я не знаю. Правда, совершенно. Я вам нужен, господа. Без такого человека, как я, вам нельзя жить. Не я, так другое будет. Будет и хуже меня, и вы будете говорить, этот хуже Глумова, а все-таки славный малый. Действительно, честному человеку вы откажете в протекции, ваше превосходительство. А за другого поскачете хлопотать, сломя голову. Вы слишком злоупотребляете нашей снисходительностью. Довольно! Если ты не понимаешь, мой милый, что тебе здесь оставаться долей неприлично, так я тебя растолкую. Понимаю. И вам, Иван Иванович, я нужен. Нужен, нужен. И умных фраз позаимствовать для спича. И умных фраз для спича. И критику вместе написать. И критику вместе написать. И вам, тетушка, нужен. А я и не спорю. Я вас и не виню ни в чем. А я, знаете ли, в нем сразу заметил. И я сразу. В глазах было что-то. Ничего вы не заметили. Вас возмутил мой дневник. Как он попал к вам в руки, я не знаю. На всякого мудреца довольно простоты. Но знайте, господа, что пока я был между вами, в вашем обществе я только тогда и был честен, когда писал этот дневник. И всякий честный человек иначе к вам относиться не может. Вы подняли во мне всю желчь. Но чем вы обиделись в моем дневнике? Что вы в нем увидели нового для себя? Вы же сами тоже постоянно говорите друг про друга, только не в глаза. Если бы я прочел вам каждому отдельно то, что про других писано, вы бы мне аплодировали. Я, если кто имеет право обижаться, сердиться, беситься, выходить из себя, так это я. Не знаю кто, но кто-нибудь из вас, честных людей, украл мой дневник. Вы у меня разбили все. Отняли деньги. Отняли репутацию. Вы гоните меня и думаете, что это все. Тем дело и кончится. Вы думаете, что я вам прощу? Нет, господа. Горько вам достанется. Прощайте! А ведь он все-таки, господа, что не толкуй, деловой человек. Наказать его надобно, но через некоторое время можно его опять приласкать. Непременно. Согласен. Уж это я возьму на себя.